Let's. Поехали! Что такое? Дайте вам missing along. Чего? И нахуй. Не звони мне больше сюда никогда. Блять, диван мешается открыть эту херню. Что там есть, что нет? Король солнца Ават ожидает в храме солнца. Ты что меня так будешь-то резко, слышь? Нельзя так резко людей-то будить в конце-то концов. Там, говорит, блядь, пришел там. Ебать, там. Где? Меня, если только я не загораживаю им еду. Так я не загораживаю им еду, если уж на то пошло. Вот сейчас в начале, в прошлом, смотри, чувак просто сам взял и на меня накинулся. Вот просто сам, отлично, хорошо. 12 хвостов. Блин, давай просто чуть-чуть, полигонечку, прям вот затащим и все. И не будем больше париться. Нам просто нужно 40 хвостов. Мы потихонечку у каждого отхватим, и все будет нормально. Да, надеюсь, все будет хорошо. Я немного беспокоюсь о бабушке. О, мы почти приплыли. Нате, ёпте. Слышь, чё, ты слишком глубоко глотал воздух. Что? Маша, он слишком много воздуха вглотнул, из-за этого уснул. Ты гондон, я тебе серьезно говорю, понял, нет? Мудак ебаный, блядь. Ты не видишь, что ли я от тебя бегу, долбоёб? Иди нахуй отсюда в свой другой мир. Говнорез, блядь, ебаный, накачались, нахуячались, там сидят сутками, блядь, качаются, а я из-за них должен умирать. Ну охереть вообще. Ты в кого там стреляешь, ездишь, ублюдок, стреляй в аэропорты. Все, не надо дальше есть, стреляй в аэропорт. Аэропорт взорви, собака, взорви аэропорт, взорви быстро. Ну ты видишь, они тебя сейчас убьют. Так, кто стреляет? Кто-то попадает в аэропорт, нормально, красавцы, молодцы. Так, ладно, так врачи что ли делают, серьезно? Я такой поставил Боба. Хуяк такой, типа... Так, слышь, подожди, я что-то не понимаю. Да уйди нахуй отсюда. Слышь, что, еблан? Ты, блядь, хули к зубному пришел, у тебя рот закрыт. Ты нормальный вообще, нет? Ща везде повылазит, смотри. Он, ебать, Рональдиньо в молодости. Сейчас с тобой сыграет, вылезет. Великий чемпион, блядь. Ха-ха, Роналдо, отожравшийся. Он мячик у тебя спиздил, чувак. Убей его! Убить! Блять, убить! Убить, умереть! Да ни хрена себе, слышь! Валим. Опа, хорошо. Убей его! Убей эту суку, чтобы она не развивалась! Да она меня жрет, а я ее жру! Что за пиздец происходит вообще? Не надо! Сука! Тварь! Я найду, я тебе отвечаю, вся, я, блядь, тебя нашел, я тебе отвечаю. А, окей. Я могу управлять временем, обосраться. Что это? Время пришло, прыжок. Время пришло попиздеть, да? Я пообманывать людей, нет уж, извините. Еще что-то валяется, как я не мог не заметить. Тихо. Получше какой полетел, смотри. Вот, ну эта катка вообще получше была. Это было попроще гораздо. Ну блин, здесь я все сделал четко по плану. Сюда иди. На нахуй, хорошо. Съебалось, птички доедят. Так, отлично, на-ка. На-ка. На-ка, на-ка, на-ка. Ты понял, как ебашу? Ты понял, как ебеню? Как красава вообще. Тихо, где шприц? Какой у тебя голос-то злой, слышишь? Здорово. Может, не надо, а? Ты че меня в баньку решил сводить, что ли? Подогревает что-то воздух. Ты хочешь, у меня пердак, что ли, подгорел? Не, чувак, он сейчас у тебя подгорит. Блять, какой здоровый! Это истребитель? Охуитель, это какой-то огромный. Ну-ка не жрать меня, молокососы ебаные. Отлично, хорошо. Я уже огромный! Я уже здоровый, блядь! Тихо. Хам. Хам, блядь. Сука, сожрет ведь вместе с тобой прям. Да, а рот ты зачем открываешь? Это он жрать собирается. Приятель, просыпайся. Как дойди до деревни? Эй, проснись. Ебать, конечно, да. Ага. Пиздец, вы что, ебанулись? Два босса, потом еще и третий. Пиздец, нихуя себе.
Ебать. Да бля, мы, по-моему, просираем эту катку. Вообще, прости, я тебе отвечаю, просрали. Нет, едут наши пацаны. Сука. А это КВ-ш, это КВ, который, блядь, их не возьмешь. Все, взяли, нормально. Плохо все. Блин, ну по складам летит, хорош! Давай, пацаны, давай! Я знаю, вы пройдете. Вы не то, что в прошлый раз у меня мудаки были, которые попасть сюда не могли. Перевернись, пожалуйста, он туда просто съебись куда-нибудь вверх и живи там вообще, ебаный Карлсон, уйди! Так, ты вообще, нахуй, стой тут. Вот отсюда меня снимай, может отсюда будет получше. Ты расплодилось очень много. Здорово. Так, блядь, надо как-то сделать так, чтобы проползая не вокруг нее ползать, потому что она наползет на меня и убьет. Отлично. Хорошо, назад. Убиваем. Хорошо. Нормально. Где эта падаль осталась? Вот она, сука. Одна мелкая осталась, сюда иди. Хорошо. Тихо. На тех ты. Блять, у него пузо, смотри, как улю, хуяк нахуй. Пузо летает прям вообще козырно назад. Тихо. Опа. Хорошо. Что ты такое, вот это вот? Что ты? Что ты? Ты ездишь, ты даже никого не убиваешь. Зачем ты есть? Кто тебя придумал? Для чего ты? У тебя, блядь, даже пушки-то нет. Что, блядь, тут гоняешь-то? У него там вместо пушки обрубок какой-то, нахуй, он не настоящий. Ну-ка, сука, хватит стрелять в мои танки. Услышь? О! Ебать, у тебя усы есть! Нихуя ты модный итальянец, Боб! Ёбаный в рот! Спокойно! На тебе на всякий пожарный, чтоб не выебался. Тихо. Бля, один на один остался! Бля, ублюдки ебаные. Роллы терять нельзя, вдруг он похудеет. И не сможет вот так вот мне... Ой, блядь, двери ломать. Вдруг не сможет, вот серьезно, возьмет и согнется и... А, бля, вторая глава совершена. Хорош, 4.29, ну молодчик я. Все сожрал, вот все сожрал. Все, конечно, сожрал. Смотри, сейчас будет Дзюнидан, блядь. Чего не Дзюнидан-то, слышь? Я все роллы спорол, почему я не Дзюнидан, алло? А есть нормальный молоток? О, хорош. Сука! Что я наделал? А, вот. Я понял, тихо. Вот его кидает. Добро, дух. Спокойно, тихо. Блин, я не хочу без музыки играть, что за херня? Бля, может он еще и летать потом научится? А, конец главы, хорош. Я сказал, бери. Так, значит. Нахуй. Ой, нет, стой, не надо. Бля, это съедят. Не надо. Бля, у тебя есть руки, подержи, пожалуйста. Ну-ка. Тут пока полежи. Но он мне сделал наоборот, смотри, если я упаду, я там смогу еще выжить. Давай, и... У, сука, блядь! У, сука, говорит, прикинь! Да и ты два можешь двигать, но ты, блядь, мужик, я тебе натуре заявляю. Тихо. Больше никто не выжил, а тихо написали на движении вашей головы, если не выиграть, то через это полево.